Привет, друзья! С вами Дарика. Сегодня мы будем готовить вот такого красивого, аппетитного, сырного Деда Мороза. Рецепт очень простой, все понятно без слов. Вот такие продукты нам понадобятся для его приготовления. Спустя 20 минут получается вот такой румяный, ароматный и очень аппетитный Дед Мороз. Попробуйте приготовить такого Деда Мороза. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Всем очень рада, спасибо за внимание. До новой встречи, друзья!